Так, для того, чтобы снять рулевую тягу, у нас имеется рулевой наконечник, и вот тяга пошла с гофрой. Первым делом расслабляем вот этот вот хомут. Вот, высвобождаем его. Куда дальше движемся? Имеется второй хомут. Здесь его тоже отодвигаем. Рулевую тягу здесь, где соединяется гофра, желательно каким-нибудь скользящим материалом смазать. Можно маслом, можно силиконовой смазкой. Для того, чтобы когда мы гофру по тяге будем стягивать, чтобы она легко у нас пошла. Вот. Здесь у нас на ключ 32. Нам нужно, для того, чтобы у нас не спряталось вот в этом месте, мы должны колесо выровнять, не повернуть куда-то направо-налево, а выровнять. Когда мы колесо выровняем, даже можно немножко отвернуть с большим углом, для того, чтобы гайка больше сюда подтянулась. Вот. И у нас таким образом получится доступ к ключу. Дальше нам нужно снять наконечник рулевой тяги. Вот. Здесь расслабить гайку, открутить наконечник. Сейчас снимаем хомут. Снимаем гофру. Сейчас руль выворачиваем обратно. Сейчас мы его поворачивали для того, чтобы добраться до наконечника, чтобы удобно было его снимать. Сейчас назад затягиваем. Вот мы добираемся ключиком на 32 и начинаем отворачивать. Пришлось даже ради этого ключ купить. Если сравнить с тем, что мы снимаем и что мы будем ставить родной Део, да, у Део здесь всего лишь два шлица. Этот гораздо удобнее, потому что 4. Не понял, честно говоря, чего вы мне сказали. Вот менять рулевую тягу. Но процесс оказался нелегким. При откручивании вся резьба сворачивается, вот какая она должна была быть. И что у нас здесь в итоге? Вот эту вот всю резьбу нужно проходить метчиком на 14, восстанавливать.